Здорово, бандиты, с вами я, Антон. Сейчас почти 9 часов утра. И как думаете, что же я сейчас буду делать? Да, я сейчас пойду на тренировку, что мне еще делать, естественно. Я, короче, сейчас проснулся, умылся, но вообще по мне не заметно. Сейчас похаваю, оденусь, и тогда с вами 9 часов. Кататься мы сегодня будем на роллерах. Сейчас, короче, запустилась такая тема у меня в данный момент из рубрики «Сколько стоит твой лук?». Оповестут. Ладно, ничего, я не хочу бояться и не боюсь. Сука, ушли голуби, пожалуйста. Блин, у меня тут самая главная основная проблема, то что... Ну, кто подписан на мой основной канал, кстати, ссылочка на него в описании, да, это не реклама. Да, зная то, что я как бы уезжал в отпуск, и я немножечко потерял форму, и поэтому для меня, наверное, сейчас... На роллерах будет немножко проблематично кататься, так как ножки будут вилять в разные стороны, но это не факт. Ну, сейчас проверим, короче. Кстати, вот еще один такой момент. Из-за того, что я немножечко сыкую, что у меня могут, скажем так, в простонародье, как говорится, звездануть мои шмотки, я все положу в рюкзак и рюкзак одену на себя, вот как-то так. Ну вот, получается, как бы все уже готов. Можем начинать. 1, 2, 3. Так, все, я сделал растяжечку, теперь мы сейчас выдвигаемся к спортивной площадке и там поделаем немножечко базовых упражнений, дабы разогреть уже разогретые мышцы. Кстати, хочу рассказать такую маленькую особенность, типа, вроде как я такой достаточно спортивный мальчик, типа, все, умею, да. Это пиздеж. И вот, я такой, залезаю на турничок и понимаю, что я, оказывается, не умею подтягиваться. Я ору. Так, шмоточки в сторонку и погнали. Ну, как бы, получается, уже все, моя тренировка закончена. Я покатался, сделал все упражнения, там, растяжечку сделал, все как надо. И сейчас могу спокойно душой идти домой.